ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет?
компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Слава. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросит, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Ты, бля. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда? Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поли, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо.
Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Бонжорно, Винченцо! Чао, Полли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил. Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелло? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Ха-ха-ха. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Морелло и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Прошу. Полли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Полли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я?
преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Парень! Томми, я ранен. Господи, Поле. Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Сэм. Ох, и досталось тебе, дружище. Боже. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. А, черт. Он взял деньги, Том. Я догоню урода. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Поли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери, и ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей, а кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелла. Боксер, да? Да. Тот самый. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да чтоб тебе! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет,
Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все завоют, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби – охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень – Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик – мудак. Томми Анджело. Лука Бертона. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука.
Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка с норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, я же... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон, Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет на выпивку? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился. Как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Корова сказала му, а утка сказала кля, а птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ладно, ты прав. Идем, чемпион. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой.
Сару? Я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала оживаться какая-то чертова шпана. Кати вирогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И делать реально. Если проводишь ее, эти козлы выяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Дэнни. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Том... Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хахан смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Томми! Эй! Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Я думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав, принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Часто раны штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов. Но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Ты останешься здесь.
Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами. Разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад, и на них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Лучше попки я в жизни не видел. Ой-ё. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Замочи его, Том. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Закончилось. Все равно он уже труп. Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй. Пойдем отсюда, пока легавых нет. У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата.
Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда. Проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастроф. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. Томми, надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Сэмом тоже. Однако хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми, нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Том. Понятно, босс. Выполняйте. Уходи! Убирайся отсюда! Ты, Мишель? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет у ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Исчезни, и мы будем в расчете. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я...
Хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте. Это ведь он. Тот гад, что убил Билли. Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ох ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете о Морелло. Простите, что долго, моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поли что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год, пока Фрэнк... Калетти, канцельери Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да.
Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернекодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес обвинил ее. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Поли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, он уже присмотрел для себя один ящик. Давай, Том! Эй, эй! Осторожнее! Я же только высох. Прости. Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, Сары встречаешься. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поле. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас.
Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно это... можно на ней жениться. Вот черт. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не ссы в трусы, Топ. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует? Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Эй, приятель. Батюш. Брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется поплатиться. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Стой! Это я, Топ! Поли, ты почему так долго? Искал Сэмми. Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот черт. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Останьте здесь, прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Они с тобой сделали? Подстрелили. Боже, сколько же крови. И ты можешь? Нет. Нет, не думаю. Ладно. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да. Да, бывало. Тони и Донни тоже? Да. Вот же сраная бойня. Как Сэм? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри в оба.
Всё, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай держись. Тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай им обогнать нас. Оле, надо оторваться от них. Получилось. Мы смогли. Мы на месте, Том. Вытащи Сэма, я схожу, разбужу доктора. Сэм, Сэм, мы на месте. Док тебе поможет. Я у тебя трижды в долгу. Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай. Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так, я побуду с Сэмом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй. Ты молодец, Том. Опоздал. Ужин остыл. Работа. Выходи за меня. Хорошо. Эй, босс. Я понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть.
и стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст, Том. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Том. Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Томми. Передать ему что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садите живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, чертов самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк, почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела, так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда
Дон всадит мне пулю в висок. Добрый день, сэр. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Отличный денек, да? Ага. Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело. Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти, и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Моих ребят, Марко. Мы с Серджо всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный. Верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Энио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот, зачем мы здесь? В каком-то смысле. У Мореллы есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелла намекнул ему, что гибель Санкагелотти — наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем? Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа.
Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тут-то бене? Си, грация. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Си, покабито, си. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Бона фортуна, роганцы. Томми. Томми Анджело. Вечера ди... дико на черте. Meraviglioso. Per favore. Bravo. Scusa. Конечно. Покажи, что ты умеешь. Пожалуйста. Отлично, скузами. Ancora! Дави аретто l'allarme! Что? Блин, чего-то само фото! Уже не важно! Скорее надо убираться отсюда! Войди, ятро, ятро! Последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да. Вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и Морелло пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на клуб полу. Клуб для джентльменов. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелло. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелло, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь там? Канадцам нужна замена. Если Поль уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Поли, рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну?
Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. Ну да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Потерял поле! Не, не! Все нормально. А чё? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяра совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Берегись! Чёрт! Сука! Я так понял, Сальери готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя. Но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери... начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла, заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь. Но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелло начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать.
Ты должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери! Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, папа. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эй, Целента, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размякают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе, еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Ложись! Какого черта? Морелло! Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи из черного хода и обойди их. Уверены, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас. Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Да. Тебе лучше исчезнуть, детка. Тебя ждет закрытый гроб, Карло! В порядке, босс? Да, притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! У тебя еще жив? Не уверен.
Как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу, если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Все парни в сборе. Хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Почи. Сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вальнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелло вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк. Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелоти продажен, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так, что? Бросить его за борт? Вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в галью на носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю. Он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелоти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь, и только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую, нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сэм и Поли сейчас в доках, как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том.
Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелотти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Давай. Где же ты, сука? Привет, Джон. Ну как, все нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Могло быть и хуже, да? Отскребали бы у вас сейчас поезда. Да ему повезло, вот и все. Серджо Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем у братца. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Серджо разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Серджо приносит Морелло кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелло лишится большей частью дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми, за всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Да, буду дома к ужину. Может, в выходные потанцуем? А дочка пусть с дедушкой посидит. Да, я еще тут. А, черт. Эй! Нет! Нет. О, Боже! Господи! Боже мой! Томми, что происходит? Господи,
Ну же. Винни. Все, все очень плохо. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержу испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Том, ты как? Ну, это бомба, все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Спасите клоунов! Поехали отсюда! Пидор! Он удрал! Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад к машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Творите, придурки! Убейте говнюка! Выигрался и хватит, сука! Что думаешь, сможешь меня завалить? Я говорил тебе! Меня не убьешь! Не такой ты и везучий, говнюк. Стой! Нет! После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете ошиваться у театра. Достанете пушки только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Погнали! Там его громилы. Вижу их. Стоп! Стоп! Тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Летай давай! Мы не разогнались. Поднимайся! А!
Господи Боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, братья. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк. Ах ты, херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненное, Том, или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солери? Книги Дона, которые украл Фрэнк, у меня. С ними можно навсегда упечь Солери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив. Считай, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь,
О чем твой брат шептался с Доном в баре? И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт поле худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поле и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого?
Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела — только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мысли в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть. Смейтесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательную кассу в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. А грабить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою долю. Не знаю, понял. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поле. Или скажи все Дону, или забудь. Да. Ну,
помечтать-то хоть можно? Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поли захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Не, трезв как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь? Хорош. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи тут. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани в воду. Черт. Вы слышали? Эй, Поле! Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Да он сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет здесь. Сука. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен был. Да, но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Поле? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Томми! Если б нас повязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь.
твоей семье, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочь. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулями. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать? Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе мой план? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А-а-а, ты уже втянулся, брат. Как знать. План прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть 5 минут. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрел, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Кто дернется, получит пулю! Господь милосердный! Хорош тут ныть! Сука! Копы уже здесь! Валим! Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Арой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да ладно. Удачи. До завтра, друг.
Смотрите-ка, явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини, просто полночи не мог заснуть. Я тоже, ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, что натворил? Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Поле вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Поле все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Это я. Я Том. Где Полли? Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт! Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать! Парни, вы же мне сто раз жизнь спасали! О чем предупредить, Сэм? Сальери! Он знает про ограбление банка! Ты в дерьме, Том! Тебе нужно исчезнуть. Ладно. Так, ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать к Полли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Стоять, Томми. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении.
Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Поли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Поли. Нет, друг. Поли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Метки, Том! Но за бабки от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его! Черт. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, а Дон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь, как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Боже. Ты не сможешь, правда? Голосок в твоей голове. Наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты... И Поли мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это?
Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери – самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины, его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Нет! Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом и человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да. Мистер Сальери передает привет.
Томми! Он тебе... вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Но семья – это навсегда.